замкнутый круг. Бесконечно повторяющийся сон. Я где-то слышал, что повторение одного и того же — это безумие. А что делать, если безумие повторяется само по себе, каждую ночь? Ведь иногда хватает одного мгновения, чтобы забыть жизнь. А иногда не хватает целой жизни, чтобы забыть мгновение. Мгновение, которое стало моим проклятием. Лишь взгляд, затерявшийся в холодном сумраке, деталь, которую я не хотел упускать. Револьвер. Кем ты стал, детектив Оз? Хороший мальчик обернулся потрепанным псом. Братец, счастливый семьянин. Продолжает присылать рождественские фото, сколько сейчас по ценам, в ради 5 и 7. В тот вечер я встретил их в аэропорту, и почему же я не пристегнулся, тогда я остался бы с ними навсегда. Как он тут оказался, ладно, лучше об этом не думать. Эй, легавый, поди сюда, шо скажу? Не шутя, неужели решил вернуть должок? Все, я передумал, ты какой-то на негативе. От темы не уходи, полным ятрашка где? Все будет, у меня есть план, надежный как хронометрический циферблат. Ага, как скажешь. Слушаю. Мы можем поговорить. Я тут внизу. Жди, я спускаюсь. Опа, мистер Фосс, как оно? Лучше, чем у тебя. Курьер уже приходил? Нет, еще не было. Если что оставит, я занесу к вам. Занесешь, только не как в тот раз. Эта трагическая случайность больше не повторится. Я тебя услышал. Ну здравствуй, брат. Пора уже обсудить тот случай, только не здесь. Мне на смену нужно, шефом и так общение не складывается, недолюбливает он меня. Да ладно тебе, у меня жирнюха, посидим пивасика приглушим.
А я забыл совсем. С праздником, что ли? Прости, подарка нет. Понимаю, не общались 3 года толком. Но я хочу помочь. Много раз пытались обсудить это. Нет желания очередной раз вспоминать тот случай. Поехали в клуб. Там Соня. Племянников повидаешь? Поговорим спокойно. Мы переживаем за тебя. Хорошо, я только заеду в департамент, проверю кое-какие документы и к вам, тебя подвезти. Было бы неплохо. Ждать такси под дождем не самая лучшая затея. Я в машине посижу, а ты уже весь промок. Интересно, этот ливень кончится когда-нибудь или нет? Да, уже неделю ли. Рано или поздно должен прекратиться. Ладно, давай ближе к делу. Корпорация, в которой я работаю, делает что-то странное. Я думал, ты хочешь поговорить о другом. Брат, там творится что-то ненормальное. Мы электронику делаем, понимаешь? А на чертежах, которые ко мне попали. Ну, совсем не электроника, там что-то типа для инженерии. Допустим, а я что должен сделать? Да мне откуда знать, скажи начальству. Придите с ордером, проверьте это дерьмо в конце концов. Оно же вне закона сейчас. Астрид, что-нибудь придумаем. Просто ко мне уже приходила служба безопасности, и я немного нервничаю. Да успокойся ты, просто что-то напутали, что может произойти? Ладно. Спасибо, что подвез. Мы тебя ждем. Через 30 минут буду. Детектив Фосс, капитан Дрит уже ждет вас наверху.
такие люди, Фос, я думал, ты опять в запое. Тут такое дело, мне надо будет уйти. Надеюсь, ты собрался на пенсию. Ты не переживай, мы тебе нормально все оформим, получать будешь солидно. Опять. Не опять, а снова, я понять не могу, как ты выкручиваешься каждый раз, еще и этот, понизь, тебя прикрывает постоянно. Я, пожалуй, пойду. Ну иди, может даже поработаешь. Чего? Фос, ты что ли? Как запой? Протекает удовлетворительно. Ну круто, слушай. Хоть что-то не бросаешь. Шутку оценил, смешно. Опа, привет, как дела? Идут не спеша, а у тебя тут как? Нормально, тильтанул немного, все как обычно, короче. Понятно, ну давай, куда ты там это? Шеф сегодня что-то не в духе, ему опять этот хер звонил, спонсор который. Принял, спасибо за инфу. Слушай, Фос, тут такое дело, твой брат, тебе лучше приехать. Бар Ананасовая Лагуна. Сейчас буду. Что может случиться, блять? Действительно, что же может случиться? Есть идея? Чё? Ты о чём? О том, что вокруг тебя. Вокруг меня сплошной пиздец. Как насчёт этого? Тот, кто хорошо обороняется, прячется в глубин преисподней. Тот, кто хорошо нападает, действует с высоты небес. Задумайся. Развелось советчиков. Плюс чат, если заебали. Смотрю, двое выходят.
долбил, вот и не услышали. Не видел я ничего. Башню сорвало, потом ушел и все. Там полная жесть. Даже детей не пожалели. Камеры смотрели. Двое в камуфляжных штанах и черных куртках. Полуавтоматическая помпа. Стреляли патронами Магнум 12 калибр. Пиздец. Работали быстро, били прицельно, добивали в голову. У брата, видимо, что-то узнать хотели. Не пошло. Думаю, официант помешал. Вызвали спецов. Посмотрим, что они скажут. Ладно, я тут уже ничем не помогу, работайте. Воспылали они двумя звездами, надеждой и верой. Говорить буду быстро, слушай внимательно, понятно.
Все отлично. Те, кто подарил твоему брату мозговой носящий сюрприз, сейчас у тебя. Делай с этой информацией, что хочешь. До связи, Фишара. Шикарно, что тут еще можно сказать. Посылки нет, значит отнес в квартиру. Надеюсь, он не пересекся с гостями. Красава, Майк, помянем. Старуха с косой. Целый Майк, помянем. Ну все, сука. Ух, нахуй. Вот я был, и вот меня не... Сюда.
Куда тебе? Ай. Ой, уроды, блядь. Эх, родной, и тебя сгубило кабельное ТВ. Красава, Майк, помянем. Слышал, как он заскулил, когда мы тёлке череп прострелили. Ахахаха. Он даже поверил, что мы пиздюков не тронем, если он скажет, где чертежи. Ахахахаха. Заткнись нахуй. Да мне один хер пиздец. Кого ты пугаешь, мусор? Тьфу. Кто вас послал? Коллекционер, как тебе такое? А? 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 Ахахахахахаха. Слишком чисто, слишком тихо, не нравится. Ну давай, братик, нужен любой намек.
подарки уже никто не откроет. Декоды, а ну, пару сваливать. Первая группа пошла. Вы? Люка, куда ты здесь? Это конец. Слишком чисто, слишком тихо, не нравится. Ну давай, братик, нужен любой намек. Пару сваливать. Вырубается. Первая группа пошла. Вы? Я. Куда ты здесь? Что там? Из окна, конечно, сутки. Все вижу, детектив.
родился. Типа того, как выбраться отсюда. Избегание столкновений с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом. Задумайся. Иронично. Фос, а хер ли ты тут забыл? Гуляю, бегать решил начать. Ага, ага, и воздух тут свежий. Не без этого. Я так понимаю, скоро друзья твои подъедут. Есть идеи. У Юхова всегда есть идеи. Придется тебе узнать, насколько глубока кроличья нора, Алиса. Ссылку тебе оставлю, сохрани. Фос, что за хуйня происходит в городе? Много дождя, немного стрельбы, все как в старые добрые. Ты понимаешь, что у тебя в квартире два трупа? Это была самооборона. И что тебя побудило обороняться от охранника и соседа? Так, а что с мудаками, которые вломились ко мне? Единственный мудак в этом городе сейчас, это ты. Слушай, не усложняй, говори, где ты. Парни тебя проводят в ПД, тут разберемся. Шеф, я не могу, тут некоторые проблемы. Да нахуй. Перестрелка в клубе, который потом взорвался. После два трупа в твоей квартире, следом взрыв в элитном блоке. И везде ты засветился. Я тебя последний раз прошу, не усложняй, скажи, где ты. В метро. Следующие станции Роско-стрит. Выйдешь, парни будут тебя ждать. Самое главное, не муби, я тебя знаю. Вас понял. Давай, босс, все по порядку. Говори, сука, быстро. Чел, угомонись уже. Линк, ты можешь помолчать, а? Нем как рыба. Фос, что произошло? Наручники обязательны. Да говори ты уже, блядь. Вчера вечером собирался на работу, позвонил брат, позвал на свой день рождения. Довез его до клуба, потом поехал сюда. После разговора с вами мне позвонил офицер Вайт. Сказал, ситуация в клубе, я направился туда. Там работала оперативная группа во главе с офицером Вайтом. На месте были трупы моего брата, его жены, двух моих племянников и официанта. После, я направился домой, где меня ждали гости. Четыре тела, одного завалил мой сосед Майк. Пиздёшь? Не было там нихуя. Только твой объёбанный сосед и охранник дрочила. Пошёл ты нахуй, Ярс. Сам пошел нахуй. Какой резон мне врать? Может, ты зашел домой, расстроенный, после клуба, застал охранника, который дрочит, ну и психанул, и соседа за компанию. Ага, ага, так и было, сука. Да успокойтесь вы. Просто скажи, что случилось. Да сказал я, блядь, уже. Что вам еще надо? Ладно, пусть проспится в камере, завтра все выясним. Да какого хрена? Посидишь в камере, урод. Да, сука. Всегда хотел так сделать. Аха-ха-ха-ха-ха-ха. Что за нахуй?
Надеюсь, парни все еще в скварде. Эй, привет. Что привело тебя сюда, странник? Я надеюсь, что приключения. Я и сам раньше любил приключенческие приключения, но потом понял, что мое место здесь. Чего? Тоха, ты обсаженный, что ли? Черт, Пачеч, это ты в темноте не узнал. У тебя уже пару лет как заколочен вход с улицы, и сюда только завсегдатаи приходят. Есть такое, слышал, что у тебя произошло, соболезнуй, налить что-нибудь. Что-то нет желания. Понимаю, я тут, если что. Я тебя услышал. Долго же ты добирался? Ночь не задалась, ты знаешь ли. А это кто? Это Ли. Бустером подрабатывает. У меня с ним своя тема. Ему можно доверять. Тебя, к слову, уже объявили в розыск. Мелькнул слух, что подключили даже Лимона. Так вот, чьи-то наемники были. Понял тебя. У меня мало времени. Через несколько часов с тачки снимут протокол инкогнито. Что за протокол? Не заморачивайся, глушилка на машинах детективов. Один из уродов у меня дома спизданул что-то про новый мировой порядок. Что за тема? Не смотришь новости? Эта корпорация, ТРГГ, их амбиции крайне впечатляют. Забудь, до них не добраться. Я бы и рад забыть, но есть одна проблема. Этим вечером в H-City погиб мой брат со своей семьей, и кто-то знает почему. Есть один парень, который сможет тебе с этим помочь, но он связан с криминалом. Если б ты не заметил, я сам уже не ассоциируюсь с законом. Смотри, внимательнее с ним. Этот парень умеет мошнить. Ли, дай адрес. Вот, когда будут спрашивать, а они будут, скажи, что тебя прислал Ликхой, все сделают красиво. Понятно. Еще вопрос. Как моя тачка оказалась у департамента? Ярс психанул, когда тачку нашли в элитном блоке. Приказал отбуксировать ее. Искал что-то. Любопытно. Не суть. Пора к вашему контакту. Надеюсь, еще увидимся.
судя по виду, ты просто мяша для Ибли, я угадал. Лик Хуэй дал этот адрес. Эй, пёс, ты уверен, что не ошибся? От тебя несёт легавым за километр. Любишь нюхать псов? А ты хорош, проходи, тебя уже ждут. Время – деньги, так что не тяни. Есть несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Продолжай. Кто несет ответственность за взрыв ананасовой лагуны? Корпорация ТРГД. Без указки главы там ничего не делается. Метод выполнения зависит от исполнителей. Если тебе нужен крайний, его имя будет после выполнения моей просьбы. Вот кейс, доставь его в это заведение, и передай привет от меня, без лишних вопросов. Что в кейсе? А ты, парень, не смекнул, как это работает? Мой прокол, виноват. Проще некуда, чел, доставил кейс, передал привет, свалил. РНК даст все необходимое, надеюсь, мы поняли друг друга. Более чем. Будь любезен, поторопись, у подарка есть срок годности, если ты понимаешь, о чем я, примерно часа 4. Вместе с Ли, много для нас сделали, попросили за тебя, а мы готовы вкладываться в полезные знакомства. Протокол взломать не удалось, тачка сейчас под колпаком, ее не найдут. Вот наш пургон, чистейший олдспул, рвёт до 200 с нуля, забито сочным софтом, теперь ты невидимка для копов. Чистый телефон, с бэкпингом, сразу будешь видеть, откуда тебе звонят. Плотно вы меня заряжаете. Шутка ли, чел, которому ты сейчас двинешь, танк взорвал, с ним даже мувик был. Продолжим, Эв сказал подкинуть тебе Старкиллера, модель 500, Лебельцы, будь здоров. Не страшно. Не страшно, не обосрешься. Последний бонус, но не последний по значению. Кевлар, готов? Идущие на смерть приветствуют тебя. Отличный настрой, бродяга. Привет, сладкий пирожок. Ты что-то рано, мальчики отдыхают. Но я могу позвать кого-нибудь. Я, видимо, ошибся. Это ко мне, братик, пусть поднимается. О, у нас особый гость. Мистер Бопах ожидает вас в своем кабинете. Вверх по лестнице, первая дверь направо. Славно. Тут у нас... Тебе привет от Большого F.
Да, а не пошел бы он нахуй. Я, как бы, меня просто попросили. Чего у тебя там? На стол клади. Открывай. Ох, нихуя. Братик, и зачем мне это? Неловко получилось. Неловко у тебя сейчас, башка отлетит нахуй. Обстановочка там накалилась в тишь. Еще как, братик. Кнопки там есть? Enter и Escape. Вот, сука, Enter жми. Нажал. Хули оно пикать начало? У подарка есть срок годности. Серьезно? Братик, ты меня поражаешь своими умозаключениями. Что еще там есть? Панель открылась, надо ввести код, тут 4 цифры. Люблю этого шутника, так, надо подумать. Что нажимать? Братик, ты пиздец душишь, я думаю, можешь, блядь, не отвлекать? Мне кажется, у нас не так много времени. Ну похуй, давай на рандоме, 4, 5, 1, 7. Кажется, сработало. А теперь к делу, кто ты и нахуй оно тебе надо было? Мне просто сказали доставить кейс сюда и передать привет. Ты всегда выполняешь приказы двухметровых перекачанных аугментациями психопатов с шикарными волосами и отличной жопой. Обстоятельства. Ну ты и кадр. Даже спорить не буду. Ладно, ладно, умеет F уговаривать, передай, что аргументы убедительны. Я, конечно, не восьмикратный, но подниму процент. Это, как его, прости за негатив, сам понимаешь, бомба, все дела. Может тебе мальчика? У нас тут лучшие мужики и читерсы. Настрой немного не тот, давай в другой раз. Понимаю, и это, передай ему, чтобы он шел нахуй. И про процент. Да, про процент тоже. Всего доброго, сладенький. Заходи еще. Обязательно. Слышать тебя, значит, с подарком все получилось. Срок годности почти вышел. Еще немного и звонка ты не дождался бы. Все было рассчитано. Мне невыгодно тебя сейчас обнулять. Приятно такое слышать. Но я могу сделать тебе еще приятнее. Возвращайся, побеседуем. РМК приготовил для тебя сюрприз. Лим уже предлагал отдохнуть. Меня больше интересует информация. Про нее речь идет, а ты о чем подумал? У тебя есть имя ответственного за балаган в клубе? Зачем тебе имя, если есть целый человек? Пока целый, в общем, советую поспешить. Понял, еду.
Ну что, сука, кто был прав? Кто, блять, был прав, я спрашиваю? Бля, чуваки, ничего личного. А вот тут ты не угадал, чел. Блять, третий, я же говорил, чтобы мальчику меня запикапить, надо будет сильно постараться. Кто ответит за смерть Линкарда Фоза? Кого? Чувак, блин, лучше вали отсюда. Эфт хочет просто заработать денег и сделать свою корпорацию на изи, нихера для этого не делая. Тебе нравится только машина, которую ты сам устраиваешь? Хочешь сказать, что я много пизжу? Я с тобой больше никаких дел иметь не хочу. Ой, блять. Я бы хотел услышать ответ на свой вопрос. Кто устроил замес в клубе «Ананасовая лагуна»? Ебать, и это все. Мне нужно имя. Джей, Джей Бровин, это была его замута, чувак. Не ебу, что там у вас произошло, я-то тут при чем? Кто руководил группой и отправил шестерок в жилой блок? Ты тупой или как? Джей Бровин, блять, он и меня подписать хотел, но я сам по себе, мне вообще никто не указ, мне похуй. Мы закончили. Да. Ох, ебать, что у тебя там за пуля? Пули калибра разорви ебло, крайне продуктивны. Я заметил. Кто такой это Джей и где его найти? Где-то в районе Чилтауна. Езжай туда, и отправлю координаты. Спасибо. Чил, ты уверен, что вывезешь один? Это личное, вы и так помогли достаточно. Тебе виднее, удачи. Умереть можно. Вот я был, и вот меня. Здорово, бандиты. Ну все, сука. Острая боль пронзила мое тело. Ну все, сука.
получается, Билли. Я все еще жив. Это конец. Получается, убили. Здорово, бандиты. Ах ты, сучара, блядь. Это конец. Здорово, бандиты. Ну все, сука. Получается, убили. Здорово, бандиты. Ах ты, сучара. Получается, убили. Ну да.
ты пытался. Здорово, бандиты. Пацаны, вы в санатории не ошиблись. Кажется, лифт спускается. Апача, дробовичок, повезло, повезло. Ничего себе, так у нас тут тусовка по интересам. Острая боль пронзила мою тело. Апача, дробовичок, повезло, повезло. Ничего себе, у вас тут тусовка по интересам. Оставить.
что вдарим рог в этой дыре. Апача, дробовичок, повезло. Ничего себе, у вас тут тусовка получается, а вот все сложно, нахуй. Получается убили, ну да. Апача, дробовичок, повезло. Ничего себе, у вас тут какой-то интерес. Пошел нахуй, тебе пизды. Это все, что ты придумал?
Блять, давай поговорим, нахуй это все надо? Лучше открой, двери может у тебя и прочные, а вот стены полное говно. Чувак, давай успокоимся. Я вроде спокоен, немного раздражен, но не более. Дай слово, что не будешь стрелять. Я тебе даю слово, что взорву к хуям этот ебаный притон, если ты не откроешь сейчас же. Ладно, открываю. У меня нет ствола. Кто отправил людей в ананасовую лагуну? Там сложная ситуация. Чел, был задан конкретный вопрос. Нужен однозначный ответ. Нам сказали, мы сделали. Вот и все. Вот и все. Там был мой брат и вся его семья. Чувак, не кипятись. Сопутствующий ущерб. Ты уверен, что хотел сказать именно это? Слушай, ты вломился сюда, положил с десяток парней, у которой дома жены, дети. Это тебя как-то не сильно задевало, а? Они сами выбрали сторону, на которой быть. Очнись, мы нихуя не выбираем, жизнь выбирает за нас, каждому из парней внизу. Просто были нужны бабки и все. Особенно тот урод, который стрелял в детей. Не читай мне морали, чел. Везде есть ёбнутые. Даже среди легавых попадаются отбитые. Про свой питомник внизу ты ничего не скажешь. А что тебе сказать? Это мой отдел тестирования. Им хорошо, мне хорошо, каждый доволен. Как у тебя все просто оказывается? Не сложнее твоего. Ты зачем сюда пришел? Сделать этот город немного чище. Ну бьешь ты меня и что? Завтра на этом месте будет сидеть другой и делать то же самое. Я тебя услышал. Рыба гниет с головы. Скажи имя, и больше меня не увидишь. Имя, сказал. Но все еще вижу тебя. Ты не в той ситуации, чтобы шутить. Чел, блять, ТВ совсем не смотришь. Давай помогу тебе в логику. Машины на улице чьи? Глава корпорации кто? Хочешь, чтобы я поверил в эту напускную херь? Тик Рейтман пустышка. Кто говорит ему, что делать? Вот, блядь, представь себе никто. Может, конечно, у него какие-то голоса в голове. Не ебу. Но главное ты, нихуя, ему не сделаешь. Может нет, может да, а может пошел ты нахуй? Все, чувак, давай разойдемся, я сказал все, что знаю. В этот раз тебе повезло. Предположу, что все получилось. Можно и так сказать. Что дальше по сюжету? Тик Рейтман. Других вариантов нет. Значит, играем по-крупному. В таком случае я тоже иду. All-in. Можешь на меня рассчитывать. Хорошие новости, но какой у тебя интерес? Интерес крайне велик. Не буду скрывать. Мне это выгодно. Тогда с чего начнем? Начнем мы с одного знакомого. Общался с ним несколько часов назад. Как оказалось, он тебя знает. Кто же это? Скинул адрес. Езжай к нему. Он тоже заинтересован в твоей затее. Я тебя услышал. До встречи.
уже здесь. Покайтесь. Ну вот и встретились, Фишара. Значит, это ты предупредил меня. Делал, что мог. С братом плохо получилось. Все вышло из-под контроля. Почему не помог Линку так же? Он позвонил слишком поздно. Я не успел ничего сделать. Пока взламывал сеть в клубе, уже все произошло. А следить за партнерами я не расположен. Могут пойти всякие слухи, понимаешь? Что значит партнерами? Линк взял у меня декодер, говорил, что нужно зашифровать очень важную информацию. Лишних вопросов не задаю, в чужие делишки не лезу, пока не попросят. Тогда, может, поговорим о нашем деле. Эф не просто так дал мне твой адрес. Нравится твой подход. Для начала надо наведаться на один склад. Там должен быть главный подсос Эйтмана, устраним его, будет проще подобраться к нему. Когда выдвигаемся? Автоматическим оружием пользоваться умеешь? Бывало. Ну тогда проблем не возникнет. Поедешь с нами. На улице стоит джип. Как будешь готов, выдвигаемся. Сильно не тяни, неизвестно сколько у нас времени. Это Вуди, специалист по устранению, с предельной жестокостью. Втроем на склад поедем? Мы уже. Ну, давайте попробуем. Хейбет, всегда не любил эту, как бы я, не осих, ну как бы, ну как вам сказать. Не люблю, когда, как бы не, этот, как сказал, так сказал, как гавохится тут, не то чтобы я там. Что он сказал? Как очень. Зашли, вышли, приключения на 3 минуты. После этой фразы обычно ничего хорошего не происходит. Если ты сомневаешься, можем тебя высадить. Сомнения моей ситуации бессмысленны. Время действовать. Разведка доложила, что их там 4, сопротивления не встретит. Возможно, на складе будут работяги, но думаю, это не проблема для нас. Лес хубит, щепки летят. План такой. Задняя дверь будет открыта. Тихо входим. Ориентируемся на месте. Стрелять только при крайней необходимости. Да ну нахуй, опять по стелсу? Ну, такой план. План говно. Предложите лучше. Заходим, ебем. Ебем? Получается, ебем. Ты сам сказал их 4. Да ну вас. После тоннеля выезжай на трассе. Она закрыта на ремонт. Быстрее доедем. Не вопрос. А у нас дырный валик. Их много. Я все еще жив. Холод, окутывающий мое тело, уже набивал свою. У нас хвост. Опять хватит. А у нас дырный валик. Их много. Помочь не хочешь? Тут вот меня пускают. Я не услышу. Стрельбит, ходи. Посмотрим, что у них под капотом. Вы что, блядь, охуели? Вон у нас хвост. Опять хватит. А у нас не хватит. Их много.
Посмотрим, что у них остается. Выпил, блядь, охуел, понял? Пастхатки. Ебать. Ёб твою мать. Выходим, идем. Ну погнали.
А вы тут что забыли? Юмай, вы как тут оказались? Я же тебе говорил про склад. Как видишь, мы тут. Теперь понятно, про кого мне говорил информатор. Получается, нас хотели всех разом накрыть или натравить друг на друга? Страх Луди немного подпортил план. Согласен. Мы заехали спокойно. Ворота открыты были. А потом пошла жара. Если бы вы им в туза не зашли, черт знает, какой конец был бы. Фост, а кто твои друзья? Помогают мне, мы тут как раз хотели подловить подсоса Тига Эйкмана. Тогда хабар наш. А что это за хуйня? Устройство СИИ, это явно не простой помощник для детей. Я бы взял парочку, посмотреть, что они туда засунули. Не проблема, на том мы сойдемся. Мы тогда к себе, на базу, ты с нами, Лика. Я с парнями поеду, вы же в Хвардер. Да, надо выпустить пар. Позвоню бригаде, они нас заберут, все окей. А твои парни могут мою тачку к Хвардеру подогнать? Да, без проблем. Славная перестрелка была. После этого склада нас ждет много стрельбы. Ладно, еще созвонимся, Рик. Удачи. Холодный и влажный воздух вызывал легкий озноб, или это нервы, которые последнее время шалят. Есть теории, что алкоголь полностью выходит из организма через 21 день. Я не пил уже 3, особой разницы не заметил. Так и не понял, что мною движет желание мстить или хоть какая-то цель, внезапно появившаяся в жизни. Если это еще можно назвать так, надо поговорить с парнями, решить, как действовать дальше. Ты давно знаешь Илая? Достаточно. Сколько у него было партнеров? Слушай, я как-то особо не интересовался. Понимаешь, мы с ним встретились около месяца назад, это необычное чувство. Он словно маяк для меня, я потерял себя во тьме и вдруг его рука, такая крепкая и сильная. Работа меня поглотила, но благодаря Илаю, я научился расслабляться, быть настоящим, что ли. Это круто, он тоже мне однажды сильно помог. Прости, что вываливаю на тебя все это, просто. Забей, все нормально. Только ему не говори, а то еще подумает, что я весь из себя такой. Ну ты понял. Понял, не скажу. Как дела? Людно сегодня, а так ничего нового. Особенно по погоде, ливень так и не прекращается. Бабуля мне говорила, что дождь — это слезы ангелов, которые оплакивают невинные души. Так они пытаются их спасти, ведь, когда душа покидает тело, она не может понять, где небо. Тогда где-то в этом городе устроили знатный геноцид. Не хочу об этом думать, я просто бармен. Я тоже не хотел,
Меня вынудили. Ты хоть поспал или нет? Пару часов. Опять они снились? Да. Либо они, либо мрак. Других снов я не вижу. Жаль, что упустили этого чувака на складе. Видимо, это мы его спугнули. Не парься, есть еще варианты, где надавить на Эйтмана. Мы все правильно делаем, этот город давно пора встряхнуть. Он заждался твердой руки закона. Думаю, ты прав. Спасибо, что помогаешь мне. Это мой долг. Служить и защищать. Я сделаю все, что в моих силах, любыми доступными способами. Пришло время действовать. Этим мы займемся. Ты уверен в Ли? Малютка, нежный как котенок. Многого не понимает и по уши влюблен. Не переживай за него. Если ты в него веришь, то я спокоен, ведь однажды ты поверил в меня. Тут не совсем то же самое, если ты понимаешь, о чем я. У вас с ним это серьезно? Я еще не решил, но ему об этом знать не обязательно. Понял тебя. БМС, блядь. На нахуй. У него мозги летят. И тут я подлетаю такой. Тра-та-та-та. Что с ебалом? Охуенно постреляли, Фос. Да, неплохо вышло. Илай говорил, что дальше. Нет еще. А что, у вас есть план? Планы для тех, кто планирует. А мы живем. Бля, брат красиво сказал. Сам тащусь с этой хуйни. Кстати, Фос, жесть как Ярс психанул после того, как ты свалилась с ПД. А что с ним? Он так визжал, пиздец как недоволен был, там столько парней положили, а он бегает и пеной брызжет. Орал, что это ты во всем виноват, и твое место за решеткой. Ну да, удачи ему. Удачно ему пойти нахуй, ахахахаха. Да, красава, брат. Давай сразу к делу, та хуйня, которую ты мне передал, это пиздец. Ты сорвался. Любой бы сорвался, человеческую многоножку видел, кино такое. Так вот, это хуета для сопляков в сравнении с тем, что происходит в лабе. Скоро мы выжим это гнездо. Насчет этого я и приехал. Я думал, ты хабар забираешь. Хабар — это мелочь, пустим ее в ход, мы с Илаем уже все продумали. В расход каждого причастного, без сомнений, без жалости. Что по пушкам? Все будет,
Эти суки в краях уели, пора с ними кончать. А со мной ты кончить не хочешь, а? Шутник, блять. Короче, встретимся у ракеты, заодно зайдешь в ангар, давно тебя не было. А сейчас дай мне отдохнуть. Я тебя услышал. Фош, братик, у Эш проблемы, проблемки. Нужна твоя помощь, срочно. Что случилось? Срочно. Братик, не души только, я жду тебя в салоне. Чем быстрее, тем лучше, тут все серьезно. Понял, выезжаю. Мистер Бабах ожидает тебя. Понял. Тут у нас. Лен сказал, что ты все знаешь. Сэкономим время. Вот наушник. Вот Авупа, он на вертолетке. М. Ну началось. У большого F возникли некоторые проблемы. Мистер Бабах, будучи его партнером, вынужден ему помочь. Так как сфера его деятельности не подразумевает разрешение конфликтов силовыми методами, ему пришла великолепная идея обратиться к вам. Так, а ты кто? Я из аналитического подразделения D2. Мы появляемся в экстренных ситуациях. Некоторые, к сожалению, запас времени крайне малый, мистер Бабах уже ожидает вас. Я бы предложил поспешить. На столе перед вами объективно лучшая система связи, под названием наушники. Впечатляет? Так и подумал.
Чуть в стороне лежит инструмент, который вам потребуется чуть позже. Снайперская винтовка модели AW-00P4, в народе называется АУЛА. Прицельная дальность составляет около 12 километров, но на такие расстояния никто и никогда не стрелял. Вероятно, данный факт является пиздежом. Помимо этого, вам следует взять с собой ПНВ, он существенно облегчит ведение огня в темное время суток, или в помещениях, изолированных от света. Учитывая, что наша разработка совмещена с наушниками, будет нетрудно. Надеюсь, вы успеваете, мистер Фосс? Вполне, продолжайте, пожалуйста. Нет, к сожалению, я закончил, и вынужден попросить вас поторопиться пройти на крышу. Мистер Блопах ожидает. Самое главное, не забудьте снаряжение. Раз, раз, яйца трес, проверка голосовой аппаратуры. Братик, ничего как долго. Давай быстрее, FBG.
Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring.